Здравствуйте, Василий. Здравствуйте. Сейчас мы немножко расстроены вторым местом, но сегодня, по-моему, отыгрались. Ну да. Звание чемпиона России есть. Ну как вот создался чемпионат и закончился ваш сезон? И итоги сезона как подводите? Ну, улучшил на практически полсекунды, довольный результатом. Личный рекорд? Да. На 200 метров? Да. А на 100 метров? Нет. В том году было быстрее. Ну что, расстроились по 100 метровке, да? Да. А почему так в этом году как-то пошло лучше 200? Ну, пошло лучше 200, не знаю, по какой причине так получилось. Ну что, будете как бы больше 200 теперь, или все-таки 100 тоже будете тренировать? Я на другую дистанцию приеду, на 400 метров. 400 хотите пройти теперь? Да. Ну как, там попробуйте тоже 400. Да. А как сами оцените все-таки итоги сезона для себя? Ну, сезон хороший получился, второе место тоже неплохо, ну а 200 вообще хорошо получилось. А теперь продолжаете сезон или еще будете выступать? Нет, вроде последний старт сезон. Ну то есть тренер что сказал, довольны в целом? Да. И кого представляете, какой регион? Липецкую область. И кто у вас тренер? Шевякин Федор Антонович. Ну, можно сказать, как бы он доволен вами? Да, доволен. Уже общались? Да, поздравляю. Он здесь? Да. Ну, тогда вам желаю успехов. И новый сезон вы начнете зимой, да? Начнете выступать 400, да? Скорее всего, да. Тогда в новом сезоне 400 метров, новых достижений. Спасибо. Ну и устанавливайте новые личные рекорды. Спасибо. Спасибо большое. Удачи.